Верховным главнокомандующим было принято решение о проведении специальной военной операции. Я подчеркиваю, как военный человек. Не военной операции, а специальной военной операции. Знаете, в чем слово «специальное»? Оно скрывает, это слово, то, что при проведении военной операции учитывается некая специфика. Специфика не наносить удары по критически важным объектам жизнеобеспечения. Не наносить удары по размещению, массовому размещению гражданского населения. Не наносить удары по тем объектам, которые могут повлиять на инфраструктуру населенных пунктов, в результате которых, опять же, пострадают гражданские лица. В этом и героизм наших солдат и офицеров. Потому что они не за спинами гражданского населения прячутся, а они за свои спины отводят тех гражданских людей, которых они пытаются спасти и защитить. Наверное, это не все понимают сегодня. Со временем это поймут люди.